Данила Плужников с его мамой Ириной сегодня принимали в кабинете у мэра Сочи Анатолия Пахомова. В его присутствии застройщик вручил талантливому сочинскому певцу ключи от двухкомнатной квартиры в Адлерском районе. Дай Бог, чтобы в вашем доме всегда царило счастье, здоровье, любовь и улица большая. Спасибо большое. Квартира в новостройке – это подарок от строителя в благодарность за победу Плужникова в известном телепроекте «Голос». Наш застройщик, который имеет, значит, квартиру, решил эту квартиру подарить вот Плужникову Данилу Владимировичу, вот, как человеку, который самоотверженно, можно сказать, прославляет город Сочи, показывает всем, как надо любить город, прославлять его. В музыкальном телепроекте Плужников победил еще 2 года назад. Тогда же Данилу обещали вручить ключи от заветных квадратных метров. Сделано это было лишь сейчас, потому что все это время в новостройке шел процесс ввода в эксплуатацию. Документы Плужников получит уже в ближайшее время. Встреча с застройщиком запланирована на 6 ноября. Добавлю, что сейчас Данил Плужников живет и учится в Москве в музыкальном училище и активно гастролирует.